Ну, пара вот он, ну, одна там уже убирал. Так. Я говорю, вчера еле ходит. Так, это у нас прехи на угоне, да? Что, забьем его или что? Нет, потом. Что мучает? Получается, ни себе, ни людям. Ну это ЧС. Это 100%. Да? Да? То есть, это... Мне кажется, они от голода свинью убили, они вот на лёжке не ходят. Ты думаешь, что это? От голода просто. Сами по себе потерялись, не могут, да? Ну да, или свинью убили, скорее всего, убили её. Вот этот был посвежее, вроде бы, мягкий. Ну это уже, да, это уже несколько дней. Вот он вот здесь лежал, а этот вон рядом, я его просто перевернул. Все. И они два вот здесь лежали. Вот один скатил сразу, один, ну, как бы... Да, это уже как мамонтенок. Ну они вот, наверное, все жили четвером. Вот так вот проходит регулировка численности в угодьях Саратовского областного общества, Балашовский район. Информация поступила от местных жителей. Кабаны мертвы уже достаточно долго, запаха, то есть они уже обмерзшие, вмерзшие. Ну что-то да, как. Ну мне кажется, как бы. Ну это какая-то болячка у них. Или болячка, или. Или обожрались чего-то. Могли что-то обожраться, чтобы не переварить. Могли, прикорм есть у них все-таки. Ну понятно. Либо это травят чем-то, либо еще что-то. Вот такие вот кабанчики. Внутри что-то идет. Внутри. У него, может, дроби стреляли или что. Собаки подрали. Попробуй, может, перевернуть, может, там что-то будет. Задрали, или лисы. Нет, у него скалом он. Да. Скалом вместе выходит. Да. Вот они лежали несколько дней вот. А, это секачка. Секачка.